А тут раньше, вот там дальше дача. Вот здесь вот раньше отдыхающие жили. А это прачечная и кухня была, здесь еду готовили. Тут же раньше был санаторий. Здесь был очень хороший санаторий. Что? Вот, по-моему, это стиральня, вот это, а вот это столовая. Я только не знаю, они, наверное, кушать сюда ходили. Там внутри замечательно. А сейчас все закрыли, да? А здание, ну, на грани обрушения, поэтому их всех вывезли и все прекратили. Сынок, а я видела, как ты сам одел перчатки, и так ты их здорово одел. Давай ты нам продемонстрируешь, как ты умеешь перчатки одевать. Давай, каждый пальчик в домик. О, прелесть ты моя! А Наташа ему вчера полчаса одевала, все никак пальцы не попадали. Да я говорю, он сам все умеет. В детском саду там сам не оденешь. Никто тебе не поможет, да, Сань? Да. Самостоятельности получается. Потому что, ну, просто их там много, 25 человек. Да. Попробуй каждому перчатки натяни. Последнего оденешь, первый уже спотеет здесь. А первый уже их снял. Ну, одевай. Пальцы вот так растопыривай все. И одевай. Все попали на место? Нет. Вот здесь что-то. Один лишний, вынимай. Один лишний. А у него там что-то, они двойные, что ли? Да, варежки двойные.